Коглы белые. Выведен селекционерами России и Украины. Родительская пара Кеша на Кубани. Грозди небольшие. 400-600 грамм. Ягода крупная. Размеры 36 на 25. Сахар 18% при низкой кислотности 4-5 грамм на литр. Поэтому вкус гармоничный, сладкий. Ягода сладкая. Устойчив заболеванию. Мильдью 2 балла. Серая гниль. Тоже. И средний устойчив к каидиуму. Вот такие гронка. Смотрите. С крупной ягодой. Роны небольшие, но ягода очень крупная. Сейчас мы сравним ее с ягодами других сортов. На солнце он приобретает такой вот загар, восковый, как бы с воска. А в тени он, как правило, зеленый. Зеленый. Ну, что влияет, говорят, на товарность. Не очень зеленый виноград на рынке идет. Ну, для рынка, я думаю, он сильно и не подходит, потому что урожайность его все-таки невысокая. Это для себя кустик держать. В прошлом году он меня сильно потрещал. Очень сильно. Но в этом году, вот смотрите, гроздья целые. Возможно, где-то и есть. Треснутая. Но ягода очень крупная. Ну, смотрите, какая. Вот. После цветения, конечно, гроздья такие редкие, что думаешь, что с него ничего не выйдет. Но ягода увеличивается, и они такие набирают красивую компактную форму. Вот, смотрите, какие ягодки. Ну, сейчас мы сравним ягоды белого кокла с Аркадией, Лорой, ну, возможно, Преображение, Виктором. Вот у меня 5 сортов ягод. Это по порядку. Начинаем слева. Это Аркадия, Лора, Преображение, Виктор и Богатяновский. Ну, Богатяновский наиболее крупноплодный, наверное, сорт здесь. Ну, вот ягода белого кокла. Я думаю, что она самая крупная. Сейчас еще посмотрим весовой категории. Так, это у нас Аркадия. 12 грамм. Лора. 10. Преображение. 13. Виктор 10, Богатяновский 15 и белый кокл 20 грамм. Вот такой размер ягод белого кокла. Еще раз. Ну, ягоды я брал самые крупные со всех сортов. Из Аркадии, из Лоры, со всех. И, естественно, белого кукла тоже. Ну, смотрите, какие ягоды.
Эти, наверное, еще крупнее будут. Сейчас я возьму одну. Сорву. Тоже. Стой. Нет, все-таки мельче. 18. Спасибо за просмотр. Всем удачи.